Сейчас на Украину. Эта страна обещала принять дополнительные меры по охране российского посольства в Киеве. Там сегодня проходит голосование на выборах в Госдуму, которые пытаются неоднократно уже сорвать провокаторы. Утром радикалы с собакой заблокировали вход в диппредставительство и демонстративно растоптали флаг России. За развитием ситуации следит наш корреспондент Ольга Соловьева. Она сейчас на прямой связи со студией. Ольга, здравствуйте. Что в эти минуты происходит у здания дипмиссии? Удалось ли полиции сейчас каким-то образом оттеснить националистов? Да, Ольга, здравствуйте. Вот уже пятый час радикалы блокируют здание, вход российского посольства в Киеве, не дают нашим соотечественникам пройти внутрь и проголосовать. Одного из них довольно сильно избили. Давайте посмотрим на эти кадры. Россиянин стал подходить к крыльцу российского посольства, как путь ему преградил Игорь Мирошниченко. Это депутат Киевского городского совета и заодно член партии «Свобода». Словесная перепалка очень скоро переросла в драку. И вот мы видим, что крепкий мужчина в черной футболке, на спине у него надпись «Украина», фактически с одного удара валит россиянина на землю, затем подбегает, начинает бить уже ногами. Полицейские пытаются растащить мужчин, но к потасовке присоединяется еще один радикально настроенный украинец. Он в светлой куртке. В итоге полиция задержала обоих нападавших, но россиянину, к сожалению, так и не удалось попасть на территорию российского посольства и проголосовать. Нам удалось заснять еще одну потасовку, правда, в которой пострадал уже украинец. Семейная пара пришла к российскому посольству. Супруг украинец привел свою жену россиянку, чтобы проголосовать. Вот все-таки удалось протиснуться в здание дипломатического учреждения мимо радикалов. А вот мужчину атаковали. Его несколько раз кулаками ударили по голове. Это несмотря на то, что он является гражданином Украины. Чуть ранее радикалы развернули довольно большой плакат с оскорбительными надписями перед российским посольством. Кто-то также бросил российский триколор на землю. Радикалы по очереди вытерли об него ноги. Часом ранее случилась также потасовка между радикалами и представителями полиции, чтобы обеспечить безопасность россиян, которые придут голосовать, и самих сотрудников дипломатического учреждения. Российское посольство по периметру обнесли металлическим забором. Радикалов это возмутило. Они пытались разобрать это ограждение. Причина была такая, что якобы забор стоит на украинской земле, на украинской территории, поэтому очень сильно мешает. Неспокойно сегодня было также и в Одессе. Там вход в генеральное консульство перекрыли уже бойцы правого сектора, 10 человек. Один из них попытался не дать войти в здание генерального консульства россиянину. Полицейские стали задерживать правосек, уже стали сажать его в машину. Как какую-то поддержку своему товарищу попытались оказать другие бойцы правого сектора. Завязалась массовая драка, и в итоге полицейские задержали не одного человека, а сразу троих. Ну а пока мы продолжаем следить за ситуацией около российского посольства в Киеве, также генеральных консульств в Одессе и Харькове. Но ситуация по-прежнему очень неспокойная и напряженная. Коллеги. Спасибо. За тем, как проходит голосование российских граждан в Киеве, рассказала корреспондент Ольга Соловьева.